Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в Uncharted 3 Иллюзии Дрейка. Мы попали в Убар, это город заброшенный, открыли ворота, прошли все эти головоломки. В общем, ребята, игра идет к своему завершению, но давайте посмотрим, что же это за город и что, для чего мы старались, так сказать, в этой игре. Вот он, древний город. Ну надо же. Ух ты. Виктор Салливан. Мы в Убаре. Глава называется «Атлантида песков». Это затерянный, никому неизвестный город в пустыне. В общем, секретный, так сказать. Давай будем смотреть, что... И как раз нахожу секретное сокровище, ребята. Давай посмотрим, что это. Стела из Сабейского царства. Спускаемся по лестнице и пытаемся что-нибудь еще найти. Поразительно. Так вот откуда город в сердце пустыни. Видимо, тут бьют подземные ключи. Чисто. Удивительно, что фонтан не пересох. Чистое и вкусное. Дрейк давно хотел попить, по пустыне все лазил. Но где люди-то, я что-то не пойму, никого не видно. Даже как бывает. Что? Что случилось? Нет. В Салли попали. Нет. Капец, эти двое опять здесь нам портят жизнь. Ну как так-то, а? Салли. Неужели Салли погиб? Они нас отследили, ты посмотри, чё, а? Вот это очень хреново, ребята. Как так Салли столько с нами был? Идите сюда, быстро! А как мне туда запрыгнуть? А, вот. Да замолчи ты, а! Стоп, стоп, стоп! А кто это такие? А почему он горит? Ё-моё, это какая-то нечисть, ребята. Стоп, 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 стоп. Подожди, чё за солдаты? А как с ними бороться-то? В рукопашку-то не получится, наверное. Мне отдышаться быстрее. Очень сильно лупит. Ой, он уже здесь. Готов. Нифига себе, бойцы мне попались. Откуда они тут взялись-то вообще? Кто это такие? Еще один. Или этот обычный? Слушай, это обычный человек. А те-то кто такие-то были? Какие-то огненные. Это местные или нет? Ну вот, вот этот-то ладно. А, подожди, нет, с ними что-то становится. Получается, когда их убиваешь, он преобразуется в какого-то монстра. Еще и стрелять умеет. По голове надо попасть. Да что ты, а? Есть. Ну, патронов много уходит на них. Давай еще раз подойдем сюда. Где-то мы что-то еще не взяли. Ну-ка, пробежимся. Так, эти двое на лифте куда-то уехали вниз.
так, да? Ну-ка, отойди. Слушай, мне становится очень больно от того, что они... Ай, куда залезть? Не вздумай падать. Где он? С ним рядом опасно находиться, он... Когда что-то делает, у меня хпшка вся почти исчезает. А, он сзади, иди нафиг. Да ты чё? Готов. Его как будто разрывает. Так, ладно. Ну ничего, в принципе, можно с ними бороться, если по одному. Если их будет много, это капец. Давай сначала вручную, чтобы не тратить патроны. Да кто вы такие-то, ребята, а? Смотри, надо сразу отходить. Он когда разрывается после убийства, он начинает много хп реально отбирать. Ну. Все? А, нет, не все. Отойди отсюда, ва. Круто. УЗИшку возьмем. Готов. Еще что ли один? Этот уже сразу преобразованный, или где-то я его пропустил. Стой. Че их много-то так? И мне уже куда-то идти надо. Что-то мне тут... Уже что-то мне перестало это нравится. Ребята, что делать? Куда он делся? А, он уже рядом со мной, отойди. Пошел нафиг. Ай-яй-яй-яй, иди отсюда. Готов. Куда идти? Ладно, со всеми вроде бы разобрались. Давай осмотримся. Вот здесь пушка хорошая есть. Ну ладно. О, сокровище. Голова статуи из Акада. Забираем. Что-то я по кругу хожу здесь. Я по кругу походил. Патроны, ну-ка, вернись. Вернись, заберем. Это что за ящик? РПГшка, кстати. А куда, как лифт-то тот задействовать? А, лифт открылся. Поехали за ними. Так, патронов не так много, но в принципе, я думаю, нормально. УЗИшка еще есть. Вот он, гад, а? Олбан, иди сюда, паскуда! Иди сюда, правда. Надо за ним, наверное, бежать. Вон он. Ты труп! Слышишь, мы ты уже труп! Имеем такую практику, бегали за ним по рынку. А ну вернись! Сейчас я его догоню, но он очень быстро и резво бегает и прыгает очень хорошо. Куда он делся? Ну-ка залезь куда-нибудь, а? Не, а правда, куда он делся? И вообще, как мы здесь оказались? Подожди, я же бежал, тут другая местность была. Где это я? Чё за глюк? Картахена? Я тут с детства не был. Картахена, мы в начале игры были там. Еще пауки, о, нафиг они нужны еще. Днем они не боятся, нет, ничего, ни света. Побежали быстрей. Не, это точно глюк, галлюцинация какая-то. Невозможно. Ну, быстрее. Быстрее, мы ненавидим пауков. Быстрее, Дрейк, пожалуйста.
Направо. Открывай. А, я маленький еще. Мелкий, как в начале игры. Прыгай. Или это воспоминания какие-то, или что прям... А, походу я под каким-то воспоминанием, ребята. Здесь мы бегали по этим балконам, я помню их. Да куда нафиг? Пауки сейчас сожрут, не туда, вот сюда. Прыгай. Отвали. Но что? Тогда не было пауков. Салли? Нет, 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 а, нет! Да это не Салли. Да хорош. Не может этого быть, это не Салли. Нет, нет, уйди. А, господи. Это из-за газа этого, нет, он кинул же какую-то гранату. Точно, его наколбасило. Движется, все движется. Ну реально, все, приключилось. Да куда дальше-то бежать? Нет, нет. Ладно, давай еще раз пробовать, значит он сюда пошел. Что происходит? Это очередная иллюзия, очередной глюк. Так, сюда не пройти. Вон какая-то дверь, пошли к двери. Заходи. Отсюда нет выхода. Выхода нет. О, нет. Опять лифт поехал, эти черти прибежали. Здесь. Я их убью. Блин, а что происходит-то? Вот они. Давай сначала. Как сначала со всеми сразу разбираться? Ну-ка. А теперь как их всех валить? Их много, их слишком много, их трое. Да капец, о, вот он что кидает-то. Слушай, а я могу в принципе с ними расправляться-то, да? Да, можно и в рукопашку. Можно в рукопашку, оказывается, только надо аккуратно. А, сейчас погибнуть можно так. Тихо, 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 не стреляй. Пошел нафиг. Ладно, надо аккуратно тогда. Ну-ну-ну, давай сразу его прошивать. Есть, один готов. Давай следующий. Лишь бы они гранаты не закинули. Вот он. Ну, давай-давай, куча патронов же есть, давай. Да хорош, патроны закончились, прикинь. Давай, Сюзи. Есть. Еще один остался. Это обычный пока. Встанет? А, прикинь, он не стал вставать. Ладно, это хорошо, но он может встать еще. Они же такие черти. Эй. Не, прикинь, все нормально. Все нормально, но у меня до сих пор еще в глазах все едет. Куда идти? Они же на лифте приехали. Ну-ка, давай, возвращаемся сюда. Давай лифт откроем. Открывай лифт. Как зайти в лифт? Не получается в лифт зайти. Так, давай еще пробежимся. Может, где-то еще есть какая-то лазейка. Это что валяется? Сокровище, прикинь. Хорошо, что мы сюда побежали. Символ Луны из Сабейского царства. Не, ну нам надо отомстить за Салли-то. Или это... Или может он жив, я не знаю. Я не понимаю пока, что происходит. На этот раз дверь давай попробуем, может откроется. О, точно, да, сюда надо. Демоны. Демоны. Демоны какие-то. Рожденные из... Эй-эй-эй-эй-эй. Да хорош, а? Граната! Отойди, Дрейк, что ты делаешь? Сядь, не повезло. Так, ладно, откуда начинаем? Пойдет. Надо сразу его лупить. Демоны,
Демоны. Давай, 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 давай. Я вижу. И вот этого я тоже вижу. Надо. Да хорош. Чё так мощно-то получается? Тихо, 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 тихо. Не надо меня так близко стрелять. Вы чё? Ладно. Ладно, я вас понял. Демоны. Демоны. Надо сразу вот этого вынести. Гранату туда можно. Я брежу. Ага, я этот брежу. Сюда прибежал. Да хорош. Готов. Одного убрали. Есть. Уже сейчас попроще будет. Сейчас залечимся. Давай. Вот он. А он сразу кидает мне гранату, что ли. Ну-ка, 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 давай. Все, нормально, разобрались с ними. Давай гранату еще. А, вон, можно было бы с РПГшечки ему швырнуть. Ну ладно. Еще граната, подожди. Заберу. Глюк-то не проходит до сих пор. Где еще демоны? Где-то еще будут сейчас. Демоны. Вон они, опять демоны. Я должен. Да, одолели, достали бы демоны. Нет, глазам не верю. Не верю. Тихо, тихо, старшие ходят. Надо бежать. Надо, надо бежать, Дрейк, только... Только как? Гранату туда. Ой, РПГшка. Давай шарахнем. Есть. Еще. Есть. Попал в него? Есть. Быстрее берем. Берем, берем свою пушку. Надо было еще там РПГ взять. Да хорош, а. Вот они с этой стороны уже. Готов. Еще один остался. Тихо, близко не подпускай, главное. Ну, патроны. Он один остался. Добей. А, еще кто-то. Блин, пошел нафиг, а. Не-не-не-не-не-не-не, хорош, дайте залечиться. Вы что делаете? Сейчас, дробаш есть. На, на. Еще кто? Где он? Вон он бежит. На. Готов. Попал, нет? Есть. Соберись. Соберись, Нейт. Давай, давай, все давай. Будет хорошо. Патрончики. Не, давай вот эту возьмем. Это быстрее стреляет, мне кажется, пушка. Так, назад не вернуться уже. Там РПГ была, надо было ее брать. Ну-ка, давай осмотримся еще. Снайперка. Эти что-то куда-то шагают, ребята. Ну, забирай. Забирай патроны. А куда идти-то? Обратно ворота попробуем. Так, обратно не выйти. Куда-то наверх, может быть. А, вон ворота открылись, все. Вот эту возьмем пушку. Салли? Салли, ты где? Эй, Салли! Салли, стой, ты куда пошел? Он умер, он. Его застрелили. Он умер. Салли! Да блин, что такое-то, а? Как приглючится что-нибудь. Ну-ка, давай, нажимай. Сейчас водички наберем. И в бассейне поплаваем. Вон люди идут, как будто в отражении. Прям в отражении. А здесь-то никого нету на самом деле. Ну-ка, давай нырнем. Не, никого. А если колесо покрутить? Блин, как все изображение размазанное, а? Вот это его приглючило.
У меня ж в глазах тоже поехало все. Ну куда идти-то? Обратно, что ли? Давай еще раз на рычаг нажмем. Нет, не так. Давай искать, где тут Салли смылся, куда? Где-то же должен быть выход. Погоди, а нырнуть можно как-нибудь? А кто там в изображении? Ну-ка, покажите мне того человека. А чё, красная как будто бы. Ну-ка, ну-ка, а что сделать-то? Я не понимаю, что сделать надо. И наверх не смотрит, он не поднимает взгляд туда. Ну-ка на лавочке сядь, отдохни, Дрейк. Нет, не так. И пушку не берет. Самый-то прикол. В руки не берет. Не прицелится никуда на лавочке. Че тут? Ну еще давай пройдем по периметру. Куда? Может запрыгнуть куда-то надо. Так осмотреться даже не могу. Ну где-то же был этот человек. А, вот, подожди, что, с этой стороны можно колесо покрутить, оказывается. Я говорю, его надо покрутить. Кстати, отражение с задержкой работает. Ты куда-то ушел. Смотри, надо за ним, наверное, идти. Он показывает, куда идти надо. Вот это глюк. Вон, в отражении идет человечек. Давай крути. Что это? Что там? Ну-ка давай посмотрим, спускайся. Забирай. Сокровище, наверное. Это? Ну-ка доставай, что там? Ай, нифига себе, я сам с собой драться собрался. Он меня куда-то вытащил и выкинул просто. Стоп, 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 что происходит? Где я вообще? Что? Боже мой. Почему так приглючилось? А, тут одни скелеты вообще валяются. Ничего здесь нету такого, ни водички, ничего. Ну-ка туда, в ворота. А, не, мы отсюда пришли, надо с той стороны. Все, вон, открыта дверь. Никаких колес тут нету. Ну-ка, где-то Салли тут был, но это мифический Салли, похоже. Не настоящий. Ладно, бежим. Давай здесь спустимся по лестнице. Вроде уже глюки отходят маленько, зрение уже не едет, все нормально. Дрейк отлежался там. Вот они. Вон они идут. Сейчас поиграем. Конечно, надо нам туда обязательно. Мечтатели! Поиграем, ребята, мы уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк видео, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления. И будьте со мной. Всем удачи, всем пока.